Да, корректирует в плане того, что я говорю. Я хочу, чтобы я правду говорю. Погода сейчас в Питере, а мы в Уфсало-парке. И сегодня, и завтра, на субботу, воскресенье, у нас будут мастер-классы и небольшие соревнования по воркауту. И поскольку нам все равно надо писать видеоблог, мы также запишем видеоблог, в котором будет очень много всего интересного. Пообщаемся с разными известными питерскими личностями, потренируем вместе с ними и, надеюсь, научимся чему-то новому. Кстати, зацените, Саня новые штанцы все приобрел. Новые штанцы. Черно-синие. Саня, что случилось с предыдущими штанцами? Так, где штанцы? Я тут, главное, на самолете. Ой, как все плохо. Ты дурак, что ли, без разминки все делать? А к нам пришел народ, и мы просто... Сань, как тебе погодка? Короче, ребят, у нас сегодня приглашенный гость Яра. Он расскажет нам, что такое бейс, и покажет какие-то свои техники, какие-то свои упражнения, расскажет, что он вдохновляет, и все в таком духе. Далеко. Вот мы на площадке, да. Дом не понял. В целом, я, скорее всего, поделюсь просто своим каким-то опытом. Да, чуть погромче. Я не буду прям супер навешивать ярлыков на то, что такое бейс, что такое там какие-то другие стили и прочие моменты. Я просто расскажу то, как я тренируюсь, чем я занимаюсь. По сути, воркаут это состоит из каких-то основных базовых упражнений, которые ты просто на каждой тренировке оттачиваешь, отрабатываешь, тренируешь, и все. И из этого ты просто добавляешь уже какие-то свои личные
нравящиеся тебе упражнения и практикуешь это все в связке, какие-то силовые сеты, которые, ну, как-то эффектно и зрелищно смотрятся. Вот, в принципе, на этом, на моем понимании, основывается стиль бейс, как говорят, этот дружный воркаут, который там, ну, который я увидел в Нью-Йорке, там, от бартендезов, от юного Зефа, от Beast Mode, там, ну, куча коллабораций, там, Malfoy King. В интернете взяли все, вот мне это понравилось, мне это заходило, я этим занимаюсь. Вот. Да, я не превозношу себя во всяких, ну, там, как, вот этих статусных всяких делах, то есть там чемпион, не чемпион. Да, респект тебе за это, я так же. Является показателем. Главное — это общение, и нужно как бы, ну, открыто относиться ко всем людям и, ну, не точить зубы друг на друга. То есть мы занимаемся общим делом, то, что мы хотим донести до всех людей. И, то есть, я просто показываю то, что я показываю, я делаю то, что я умею. То есть, это самое главное. Вот этому человеку респект, потому что он думает так же, как и я. Воркаут — настоящее движение, где все вот так вот друг с другом делают одно дело, крутое дело, долбит базу, крутые фишечки, показывают свой стиль, но это не значит, что кто-то выше другого, если кто-то кого-то победил. Вот и все. Каждый учит каждого. Вот, each one, each one. Да. Так вот, ну и в целом, то есть моя симпатия складывается к базе, потому что, ну блин, ты должен кучу времени над собой работать, чтобы, ну, понять, насколько у тебя есть максимум и есть ли у тебя вообще максимум. Ну и поэтому, то есть, мои предпочтения складываются от 3-4 базовых упражнений. Это подтягивание, отжимание от пола, отжимание на брусьях, ну и вариации. То есть мое супер любимое упражнение — это выходы сила, да? То есть, давай, я покажу. Могу кучу делать, и мне нравятся все их вариации. Вот, и я тоже хотел бы делать кучу, раз 20-25 чистыми, это было бы круто. Погромче тебя вряд ли, наверное, слышно. Выход силы максимально, ну, то есть я стараюсь делать чисто, и мой критерий, показатель — это вообще не шелохаться, не дергаться, никак, то есть вот чисто. То, что надо, чистый. Ну давай, покажешь его, и потом, ну, расскажешь. Примером для меня является Зеф, являлся и всегда будет являться, потому что, ну, его стиль — это вот... Для меня пример — это Гани. Вот, ну, у него выход. Да, но у него немножко ноги там не так ходят. Но они все равно крутые. Ну, вот, то есть, это вот действительно силовые штуки, которые нужно уметь. Давай, покажи, как эта силовая штука выглядит. Что он показывает? Выходы. Простые? Да. Хочешь, можешь вариации показать какие-нибудь? Можно я тоже буду показать. Не надо. А? Я сделал чисто. Я, правда, в штанах, и в джинсах, и в штанах. Четко. Это не эталон, но я работаю каждый день, когда есть время. Как и все мы. Да. Антон, ты хочешь попробовать? Я сделаю пару. Все? Молодец. Можно попробовать. Давай. Тебе на одну хочешь? Снимать на камеру? Не, делай. Вот попробуй. Когда ты занимался. Попробуй на одной руке. Может, проще будет. Одну руки разнохватывать. Вот у оленика они вообще вылетают. Что? Это взрывные. На нее к ней поворачиваешься и ставишь костяшку. Четко. Давай продолжим. Еще попробую сделать узкие и взрывные выходы. У нас чувак делает узкие. Последнее, что меня интересует, это взрывные выходы. Мне очень нравится, они очень динамично смотрятся. Очень круто. Это тоже один из показателей твоего скилла, твоей силы. Нижним мой узким слоем. То есть мы сейчас посмотрим всякие разные варианты. Я попробую сделать узкие, я попробую сделать обратный вхват и взрывной. Давай. Короче, не в том, что ты в какой-то момент, который прям объяснить твой момент, у тебя тем самым получается, пытаешься выровнять и обратный момент хода,
взлетаю. Я на свежий взлетаю. Я на свежий взлетаю. Максим, будешь пробовать? Узкий? Да, узкий. Ну, давай попробуем. Да не, еще вряд ли. Саня попробует. Вплотную руки поставь. Во, да. Полуобратный, который получается. Разнохватом узким? Да, да. Он полегче, по-моему. И наоборот его тяжелее. За счет того, что ты можешь упереться на одну руку. У меня вот такой проще. У него тоже идет, получается, такой, отрываю, да. И потом перехватываю вот так. Сейчас поделаем. Нет, такой нетрудно. Это да, он за счет того, что вот ты опираешься, да, на эту руку, которую закидываешь? Это там... грязь. Грязь. Грязь — это фильм. Держи камерку. Давай. Ты хочешь, Маша? Что? Что пробовать бы? О, что-то прям вообще... Он грязный легкий. Ну, такой вот. Попробуй. Не, он легче, чем ускачем обычно, потому что ускачем обычно тебе надо прям высоко-высоко, а здесь ты можешь выглядеть. Да, узким разнохватом. Типа того? Да. Еще будет интересно. Схватом довольно-таки тоже сложно, потому что нужно разворачивать, поэтому сложно. Свое тело должно быть ближе и проработано. Нужно делать высокие подтягивания, взрывные подтягивания, как хотите называйте. Ну, то есть подтягивания выше подбородка, это до груди примерно, соответственно, максимальное количество раз. С каждым разом стремиться к большему своему показателю, ну, какие-то основные критерии держать. То есть 15-20 повторений, чтобы мышца привыкла, чтобы она начала работать, чтобы понимать, что вы хотят, и, соответственно, вы будете расти. Вот, ну, лапы стараться тоже делать с разгибанием локтей, там 80-95%, то есть критерии как-то вот такие, то есть не обязательно делать супер чистый подтягивание. Я все именно вот в плане чистоты здесь понимаю. Ну, просто можно немножко суставы сделать. Ну, поначалу. Все максимально с отдачей для себя, то есть, ну, суть в том, что ты сам себя контролируешь. То есть у тебя нет там, ни тренажеров, ни тренировок, ни... Ты можешь где-то брать какие-то мнения, какие-то советы присутствовать. Оставлять нужно. Да, оставлять. Вот, показывай. Я тебя буду снять. Вниз выходишь, все, контроль из тела полностью, без раскачек. Саня любит брусья. Ну, мы находимся сейчас в Питере. Для информации. Вот. И мое понимание бейса сложилось именно здесь. Да? То есть есть ребята, которые меня учили, посвящали какие-то тонкости и объясняли, что такое. В их понимании интерпретация американская, наверное, что такое бейс. То есть это просто какие-то штучки.
технические трюки на турниках, но при этом еще за плечами стоит много работы, то есть это рутины, повторения, и все это объединение в какие-то связки, когда ты уже можешь показать, ну, презентовать свой стиль, да, то есть вот я умею подтягиваться кучу раз, но при этом я делаю это не так, как все, то есть я добавляю какие-то свои штрихи, которые выделяют меня, вот это как бы, видимо, и есть понимание Бейса, ну, то есть там еще, конечно, есть куча много правил, нюансов, но при этом, чтобы совсем понимать, то есть помимо трюков есть еще база и повторение, которые нужно тоже учитывать, понимать свою выносливость и силу. Вот. Ну а мы включимся в работу на брусьях. Может быть, пару каких-то трюков покажем, но в основном это будет уже повторение. Но они на дельте еще, да, хорошо идут? Ты чувствуешь? Это функциональная работа такая тоже, да, вот сейчас. Жарко. Вот. Ну и еще третья базовая, да, это пушапы, отжимания. Вариаций тоже существует масса, куча. То есть пробовать взрывные, там, с колпаками, переводами какими-то с места на место. Вот. Ну, опять же, я начну с базового, с практики. Обычное отжимание. Корпус статики ровно, там, вся абдоминальная область, или там поясницу не проваливайте, локти сгибайте. Постановка хвата, чуть-чуть плеч, ставите лыжи, работают трицепсы, там грудные по-другому включаются. Ну, то есть, супер углубляться в фитнес мы уже не будем, просто покажу варианты там со всякими скрестными там плавками. Локти я не буду падать. Это тоже как бы одна из таких штук, но я не буду. Это самый минимум вообще, который только возможен. Там можно чуть ли не танцевать на полу. Ну, мне такое супер динамика. Она зрелищно круто, но... Мне не нравится. Нет, мне нравится, но... Ну, не прям, чтобы так, чтобы мне прям хотелось супер в нее влюбиться. Это круто, прикольно, но вот... Можно 100 раз за раз отжаться, это тоже. Вот я больше вот это делаю. Вот, ну и в целом, ну еще остались приседания, которые выполняете собственным весом, то есть там на какой-то нестабильной там пистолетике, нестабильной опоре, там, либо просто количество приседаний. Ну, прям если супер ноги, то это уже с весом работать. Но ноги нужно тоже делать. Вот, а на этом, в принципе, мы, наверное, закончим. Встаешь на руки. Смотрите канал, ставьте лайки. Дизлайки. Если не понравилось, комментируйте, подписывайтесь. Здравая критика приветствуется. Все. Всем пока.
Ниндзя. Блин, что я поймал, что будет. Охренеть! Крутая игра, пацаны.